What's going on, guys? Я имею в виду снова привет. Мы пытаемся пройти эту ушибку игру. Секунду. Отключили музыку. Все правильно. Снова пытаюсь пройти Айвон Безагай. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Смотрите, как я... все просираю. Да. Как и в прошлый раз. В прошлый раз меня посетила одна интересная мысль. Если я не могу допрыгнуть туда, может быть, это что-то вроде вот этого? Честно говоря, я поставил на это, так сказать, все свое... все шансы! Я был уверен в том, что если я прыгну под... ёбаный кубик. Я пройду это место. Я был, блядь, уверен. Давайте подумаем, может быть, как-то... Я думал, блядь, сука, что все будет... намного, блядь, проще в этот раз. И я не думал, что я буду падать здесь, блядь, каждый раз. У меня начинает кружиться голова. Мудила. Мудила. Хули ты не прыгаешь? Хули ты весь пол засрал? В смысле... Блядь! Ну охренеть. Правильно. Ну блядь! Отлично. Да ёбаный в рот! Хули тебе не прыгается? Да ебать! Такого никогда не было! Я чуть не упал. Ха! Упал! Все правильно делаешь. Блять, а вот теперь неправильно. Почему я тебя... Надо всему тебя учить. Давай, да... Блять, я ненавижу это место, я ненавижу это место! Что я должен сделать? Оу! Оу! Ну, сука, запомни, это, блядь, это вот прямо где-то здесь. Это вот прямо вот над вот этой вот хуйнёй. То ли над цветочком, то ли вот где-то здесь. Запомни. Так, следующий я, насколько понимаю, где-то через это же расстояние. Блядь! Я заметил, где оно. Я в него врезался. Я в него врезался головой, поэтому я заметил. Все, отлично. Я пройду эту хуйню. Так, где оно было? Теперь-то что? Оу! Вау, вау, вау. Прямо после облачка. Прямо после... Облачко! Облачко, ёбаное! Но я опять же ударился головой. Странно прозвучало, да. И заметил, где она находится. Блять, я забыл! А, да, после облачка. Точно, да. Отлично. Ты, блядь, мудак, нахуя? Какого хуя ты забыл? Почему? Анальные муки мучают меня. Извините за тавтологию. Итак! Я опять упал! Охуеть! Вау, вау, вау! Нет, не смей.
это... Блядь! Угу. Так. Я помню, что она где-то здесь. Да! Отлично! Помню, что она где-то здесь. Помню, что она где-то после облачка! После облачка, которое... А которого облачка я не помню, какое из... Какое из облачков, облачок, я не знаю. Блять. Я просто не знаю, какого хуя. Ёбаный Супермен, вон обезагай. Так, я не помню. Оно где-то вот здесь. Нет, оно не здесь. Нет, оно не здесь. Блять, у меня такая плохая память. Да, такие игры нельзя проходить с такой памятью. Итак, оно где-то здесь. У-ху-ху. Отлично. Ну, блядь. А то я теперь понял, что она немножко выше, чем я думал. А это вот здесь. А это вот здесь. Боже, вот здесь. После вот этого облачка. А это вот здесь. Ого-го-го. Сейчас самое интересное. Что? Но почему? Почему? Один, блядь, ёбаный вопрос. Почему? Я упал. Я упал. Почему я упал? Охуеть. Охуеть. Тут какая-то мошка летает. Я её стучу. Так. Здесь. 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 Здесь? Нет! Не здесь! Я не попал по клавише. Я не попал по клавише. Иногда мне кажется, что мне нужен помощник, чтобы, я не знаю, я... Надо будет ставить маркером засечки, где эта хуйня стоит. Прямо на мониторе, прямо на мониторе. Мне срать. Я, блядь, заебался. Как давно я не ругался матом. Как давно я не ругался матом? Это только эта игра может меня вывести из себя. Еще Супер Мидбой. Если ты, сука, будешь падать опять, даже, блядь, здесь, мне срать, я выключу тебя, я выключу тебя навсегда и никогда больше не буду запускать, ты понимаешь? Ты будешь одинокий, ты будешь forever alone. Блядь! И никто не будет больше в тебя играть. У меня связи с... Блядь, с Мидбоем. Он тебе пизды даст. Отлично, игра зависла, да? Охуеть! Велик... Блядь! Эта сука еще... И глючит! Здравствуйте, дорогие ютуба-зрители! Мы снова продолжаем наше видеопрохождение великолепной аркады I Wanna Be The Guy! И мы снова пытаемся преодолеть ёбаные невидимые кубики. А также шипы. Да. Мы снова мучаем наш анус ёбаными... перипетиями этой ненавистной игры, блять. А если серьезно, она вылетела. Она вылетела, поэтому мы
Снова, блядь, ебем себе мозг. А, знаете, мне кажется, что я никуда не пройду. И это видео будет примерно длиной минут в 17, где я ебусь с этим уровнем и не прохожу его. Великолепно. А, отлично. Wonderful. Very wonderful. И поэтому, я просто не знаю, что сказать еще. Блять. Потому что эти шипы продолжают разъебывать мне все внутренности, включая, блять, половые органы. Хуй! Хуй! Именно хуй! Он, в кишки! Хуй в кишки! Блять, что я несу? Лучше немножко помолчать и насладиться великолепными графическими изысками этой игры. Также я хочу заметить, что эта игра просто великолепна. 10 из 10, господи, 10 из 10. Угу. Я же говорил, что я буду молчать. Молчи. Дайте мне хотя бы пройти вот этот момент! Так. Но это же крайне глупо, что я не могу про... Отлично. Я все равно забыл все... Вы помните где? Примерно здесь. Отлично. Вы помните? Да. Вы помните? Да! 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 Я помню где! Итак, мы снова... у меня текут слюни. Я уже совсем... Знаете почему? Потому что эта игра говно, нет! Она просто лютое говно. Знаете, чем мучили евреев в Освенциме? Именно этой игрой. Именно этой игрой их мучили. Именно там еврейская раса, блять, обиделась на весь мир и решила... Блять, пожалуйста, хватит. Пожалуйста, пусти меня дальше! Сука! Вот это уже просто смешно, потому что это не смешно! Чем не смешнее, тем смешнее, именно. Поэтому мои видео охуительно смешные. Или не смешные, я запутался в рассуждениях. Блять! Я, наверное, не буду это выкладывать, я не знаю, потому что это все сплошной фейл. Так, пока я не доберусь до туда, я... Я, блядь, не буду запускать! Итак, мы перебрались. Я, наверное, раз 20 сдох, прежде чем я преодолел этот ёбаный участок, хотя он, сука, легкий. И мы снова подходим к великолепному моменту разрывания моей жопы, потому что я знаю, что я сейчас... Блять, я не хочу прыгать дальше, пожалуйста, не надо. От стула отвалилась деталь. Ёбаный стул. Блядь. И мне уже несколько надоело играть
в эту игру, поэтому я, мне кажется, я сейчас раз и пройду этот момент. Я просто его сейчас раз и пройду. Понимаете? Я его, блядь, сейчас пройду! Я сейчас буду проходить все уровни. Как говорится. Охуеть вообще. Блядь. Я же говорил, уже 15 минут записи, и я, блядь, продолжаю эти просто цирковые номера. Участником которым является моя подгоревшая жопа. Давай! Ну вот почему? Почему? Почему ты не прыгаешь? Почему ты не прыгаешь? Блядь, пацаны, я реально хочу пройти. Я не понимаю. Я не хочу, чтобы это видео закончилось тем же местом, на котором я закончил в прошлый раз. Это было бы крайне глупо с моей стороны. Поэтому, блядь, у меня почему-то складывается такое впечатление, что эта игра просто надо мной издевается. Блядь. Перестань, пожалуйста, просто перестань. Неужели тебе так нравится издеваться надо мной? Да-да, очень смешная шутка. Сломай меня и так далее. Блядь, это не смешно, пацаны. Это не смешно. Человек явно алкоголик. Алкоголик и спортсмен. Алкоголик и спортсмен — это несовместимые вещи. Именно поэтому эта шутка не смешная, она грустная. А мента вообще жалко. Мент... Меня занесло не туда. И теперь тоже! Меня занесло не туда! Меня должно было занести вон туда! Вот куда-то примерно... Вон туда! Да, именно. Они, блядь, наёбанные шипы. Отлично. 17 минут записи. Я охуительный. Я просто охуительный. Бля... Я таки допрыгнул, опять же, спустя века. Я допрыгнул, и сейчас я опять обосрусь. Я... Стойте. Эта штука прямо надо мной! Эта сраная штука прямо надо мной! Я ударяюсь об неё головой.